Расскажу, ради чего все это делалось, покажу. Вот тут есть щель такая. Так вот залито из двух частей. Сейчас вот эту щель я прочищаю. Опилил все, что выступает, чтобы сделать опалубку. Да, вот опалубка будет делаться. Заново все это дело заливаться. Будет арматура забиваться в столбы в эти, чтобы низ этот не уходил. Потому что он проседает. Образуется вот такая вот неприятная щель. И все. Привет, водичка в квартире. Вот, а кому это надо? А никому это не надо. Поэтому вот это все сейчас разделывается. Делается нехеровенькая такая работа. О, смотрите, какой гладенький край. Ой, как все ровненько. Вот, как пример, короче. Вот доска тут лежит какая-то, хрен знает какая, вся в плесени. Как она там оказалась. Это от опалубки часть решили не вытаскивать почему-то. Это она вся в плесени. А плесень это плохо.